все. Тайгерлс сломал два болта. Головку. Это чуть-чуть торчит. Я его открутил уже крючком. Этот там в глубине. Ну, я его зубил, он тоже чуть-чуть сорвал. Короче, обошлось. Этим ключом зацепить был край. И я его, короче, этот сорвал, и потом он уже пошел, короче. Можно рукой открутить. Не знаю, за то, что в масле я их засунул, они хорошо вышли. Этот тоже чуть-чуть торчало. Тоже такой сломанный сверло перфоратор. С ней, короче, я ее она пошла. Сейчас мне надо будет найти такие же болты и заново затянуть. Но этот уже имеется. Вот умудрился сломать. Еще один. Короче, решил я после нагрева двигателя резко снять и подтянуть еще раз эти головку. И чуть-чуть пихтело я этот перекидывал на один шаг этот ремень. И вот когда затягивал, сломал я. Так, будем эту вещь выбивать. Если получится зацепиться. Пошла. На этих сломаниях мне что-то везет. Да. Все чисто. Так.
ЧП за ЧП. Завел, выехал и сломался шкив. Я думал, открутился. Оказывается, сломался. Я не знаю, это заводская сварка здесь бывает или он раньше сломанный был. Вот такая тема. Заменил на новый, и новый тоже прокрутился, я не знаю почему. Сейчас буду разбираться, смотреть.